이렇게 하면 움직이잖아요. 어, 맞아, 맞아. 그러면 발음 잘. 브라비나 브라이스나시라다? 약간 생각해보니까 한국말로 이해하는 거 훨씬 더 편해요. Когда если ты приезжаешь учить язык в Корее непосредственно, почему многие учат здесь язык, но все равно не могут разговаривать? Всем привет, это Кана. Я сегодня с очень специальной девушкой. Она говорит по-корейски, как я. Я видела в Корее очень много русскоязычных, которые говорят по-корейски очень хорошо. У нее внешность русская, но когда она откроет рот, она говорит, это просто как кореянка. Поэтому я попросила моей подружки Маши, чтобы я с тобой встретилась. Привет! Расскажи, кто ты такая? На корейском или на русском? Сначала на русском. О, меня зовут Лера, я приехала с города Хабаровска. Ну что, я учусь на 4-м курсе факультета корейского языка и литературы. Вот, да, все. Иди, 한국말로 시작! 아, 안녕하세요. 저는 러시아에서 온 발레리아라고 하고요. 현재 4학년 국어국문학과 전공하고 있고 26살이고 하바롭스크에서 왔습니다. 반갑습니다. 우와. 약간 생각해보니까 한국말로 이해하는 거 훨씬 더 편해요. 그러면 이제 러시아어를 좀 잊어버릴 때가 그럴 때가 많죠. 편해. 지금 한국에 좀 오래 살다 보니까 한국어 좀 더 편해진 것 같은 느낌이 들어요. 약간 이제 알바할 때 있잖아요. 막 뭐 드릴까요? 막 저쪽 이런 게 있잖아요. 이제 러시아 사람이 오면 이렇게 좀 어색해. 러시아 이런 게 있잖아요. 어, 맞아, 이게 맞아. 오히려 한국말로 좀 더 자연스럽게 들리는 것 같아요. 아, 그러면은 레라가 생각했을 때 한국어를 빨리 배울 수 있는 방법은? 약간 한국어 잘하는 기준이 뭐냐? 이거는 이제 내가 문법 잘한다 이거는 아니고 제가 발음을 잘해야 이제 한국인들도 아, 이 사람이 한국어 진짜 잘한다. 만약에 문법적으로 부족해도? 근데 이제는 6급 땄어요? 6급은 따진 않았어요. 근데 약간 5급 따는데 이게 문제가 6급 따면 230점 필요하거든요. 네. 저는 229점 나왔어요. 너무 아쉽다. 이게 그 한국어를 공부했을 때 러시아 사람들이 제일 많이 틀리는 게 있나요? 발음이죠. 발음? 아니면 억양. 억양? 약간 우리나라의 억양이 у нас нет интонации. 없는데 러시아어 있잖아요. 아. 그래서 약간 러시아 사람들의 말을 들으면 그러니까 안녕하세요 이렇게 할 때가 많잖아요. 아, 맞아 맞아 맞아. 러시아 사람들이 이게 많이 틀리더라고요. 그리고 스콜감 문예리엣 이러니까 네. 너에게 몇 살이니? 이렇게 이렇게 물어볼 때가 많죠. 어, 그쵸. Ты же живешь в Корее, и многие корейцы не знают, что ты говоришь по-корейски. Когда первый раз они увидят тебя, а когда ты говоришь, а какая реакция у них? 오, 일단 약간 두 가지 있거든요. 하나는 와 신기해, 한국어 진짜 잘하시네. 저 혹시 한국인이세요? 이렇게 물어볼 때가 됐고. 근데 어떻게 이게 한국인이 아니잖아. 혼혈이나 이쪽이 있잖아요. 아, 메티스카다? 네, 혼혈이신가요? 그러니까 국적은 한국인이신가요? 이렇게 물어볼 때가 됐고. 아니면 아예 제가 한국어로 대답해도 무조건 영어로 답하시는 분들이 있어요. 왜요? 모르겠어요. 그냥 이게 왠지 모르겠어요. 아. 근데 이거는 이제 아저씨나 뭐 저쪽. 브라치가 английского языка 아니 하죠. 그럴 수도 있어요. 나도 러시아에서 많이 느꼈는데 я тоже чувствовала, когда я в России, русские не знают, что я понимаю по-русски. Но они между собой разговаривают. Наверное, она китаянка, наверное, она там из Пекина. Я говорю, я из Корея, я кореянка. Я подойду, так говорю. А ты тоже так чувствовала? Да, ну в первый раз, когда я еще стеснялась говорить на корейском, то есть, если мне говорили, вот, это иностранка, она по-любому иностранка, когда говорили такое, я как бы такая, а, ну ладно. Но потом уже со временем, когда я слышу такое, я говорю, типа, что я понимаю на корейском. Типа, если вы хотите что-то сказать, вы можете сказать мне лично об этом. О, ты подойдешь и говоришь? Да, я говорю. 그럼 그 사람들 반응이 되게 약간 그냥 신기하더라고요. 아 진짜요? 막 저쪽을 저거 어디서 오셨나요? 막 저쪽을 저거 이제 질문 많이 하시는 것 같아요. 이 Лера, она знает очень сложные корейские слова, которые иностранцы вообще не знают. Например, 낯가림.
Она не знает на русском языке, как это говорить. Оша мало, 그냥 없는 것 같아요. На русском нету говорить. 약간 이런 거 있잖아요. 어이없다, 싸가지 없다, 저쪽 이런 단어들이 있잖아요. 이게 러시아어도 없어요. 어이없다를 어떻게 알아? 아, 한국에서 살잖아요. 답답하다라는 단어도. 네. 러시아 답답하다 знаешь? 답답하다. 약간 이 느낌은 알고 있는데 이게 그 말로 설명하기 좀 나도 너무 어려워. Если вы в Корее родились, вы жили долго, тогда вы понимаете. Это чувство, которое как будто вы покушали 10 картошек один раз. Понимаете? Да. Вера, расскажи, пожалуйста, а тебе разве удобно жить в Корее с корейским языком? Да. Ну, когда ты прилетела в Корею, ты же не так хорошо знала корейский. Первый раз, когда я только прилетела в Корею, это же было такое, как будто путешествие. Да, то есть да. Это первый раз без языка, без друзей, ты как бы гуляешь. Вот. Потом уже, конечно, наверное, через полгода становится сложнее, потому что деньги нужно зарабатывать, да, нужно да. работать, а без корейского языка это невозможно. Вот. Но я поняла одну такую вещь, когда ты уже начинаешь работать в Корее, тогда уже больше усваивается язык. То есть, потому что ты начинаешь использовать какие-то незнакомые слова. Я помню, когда я работала в ресторанчике одном, я не знала, что такое кави. Нужный язык. Да, я не знала таких простых слов. Поэтому вот она его кави. Да, 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 да. Кроме же так, а его не кави, гуна, а его тенен гуна. Без знания корейского языка сложно найти работу? Я считаю, что это не невозможно, но это достаточно сложно найти работу без языка. То есть, например, в моем случае, когда мне нужна работа, я знаю корейский, я уверена в нем, я просто захожу на Альбо Чонгу. Вот, то есть я прихожу на собеседование, мне говорят, да, все хорошо, потому что ты знаешь корейский. Другое дело, когда корейского ты не знаешь, то есть на Альбо Чонгу сколько бы ты ни отправила заявлений, они же обычно звонят и проверяют, как Да, 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 они проверяют. Вот. А если ты не знаешь или знаешь корейский плохо, то, скорее всего, тебя откажут сразу же до собеседования. Еще другой вопрос, мне интересно. Для меня, конечно, я кореянка, русский язык намного сложнее. Но как ты думаешь, изучать язык, русский язык сложнее или корейский язык? Русский язык гораздо сложнее. Да, да, я согласна, я это хотела так сказать, да. Возьмем слово када. Када, иду, када. Иду, да. Каё. Да. Каге. Вот чё-чё-чё, иду, иган, каге, тэссо, иган, тэльмян, иган, гу, итчанайо. Да. Но ошао ае тано чачэга бакхинэн гоё. Иду, пойдёшь, пойти. Потом ежишь. Да, так далее. Верно. И поэтому я считаю, что русский язык именно для изучения кому-то дается гораздо сложнее. А тогда, когда ты начала изучать корейский язык, для тебя что было самое сложное? Ама пёён. Пёён? Выражение? О, иго ойопта, якан, иге бёнзи. Якан, чикчоп. 겪어보진 않으면 맞아. Если ты вы не испытаете сами, вы никогда не поймете. Мне кажется так. Да. У нас очень много корейских слов и предложений, которые невозможно словами объяснить. Да, то есть или, например, чуримай. То есть в русском языке же совсем нету. Сэйнин сонмуль. Да, на русском языке же подарок. Не просто... получается. Просто подарок. Да. Ты не скажешь подарок. Я видела, что на русском языке с днем рождения с Но опять же, это все в письменной форме. В корейском языке ты можешь сказать это. Конечно. Вот. А в русском языке, если ты скажешь здрэ. А ты не говоришь это? Обычно не говорю. А, да. Ну можно как бы здрэ, так сказать. Не знаю. Мне кажется. Как говорить? По-корейски, как кореянка. А, и когда, если ты приезжаешь учить язык в Корею непосредственно, почему многие учат здесь язык, но все равно не могут разговаривать? Потому что, например, когда я приехала учиться на курсы корейского языка, я специально отдалялась от всех русскоязычных. То есть я не общалась с русскими, я общалась только... Корейцами. Либо с корейцами, либо с людьми, которые иностранцы, которые говорят, например, на английском, но так как я не говорю на английском, приходится как-то выкручиваться и пытаться говорить на корейском. Вот. Еще, конечно же, практика языковая, то есть это прям напрямую ходить, общаться с людьми, не бояться идти в кафе и заказывать, например. Я замечала много таких вещей, когда ты приходишь с русскоязычной подружкой, которая, например, еще не знает на корейского языка, и она боится заказывать что-то. То есть, а то капе да танжан чосе, не может этого сказать.
А, я понимаю. Да, я понимаю, потому что в России я тоже стеснялась говорить на русском языке сначала. А в Корее даже вы нехорошо говорите по-корейски, люди понимают, да? Да, то есть стараются понять. Даже если не понимают, тебя стараются понять. И в основном корейцы, как мне кажется, смотрят на это, чем кепке пачущий на голову. Пача-пача. Никогда не делают замечаний? Да, никогда не делают. Но было бы неплохо, если бы иногда исправляли. Еще, наверное... Говорят, что лучше не работать, когда изучаешь на курсах корейского языка язык. Лучше не работать, да? Да, но я считаю, что наоборот, как раз, чем больше ты работаешь, тем больше ты получаешь знаний, например, в этой работе. Например, то же самое, что у меня было с ножницами. Да, они показывают тебя. О, ну главное не бояться. Лера тоже... не стеснялась, просто она пошла с корейцами общаться, и вот лучше. Что тебе больше всего нравится в Корее? Мне нравится сервис, аэропорт. Да. Вот, например, в Корее ты приходишь, тебе говорят, а, чё, итогой ватюсэйо, итогой ватюсэйо, йоги, вот, сочусь, нам нравится, на туатере, если не иногда, да. Я поняла. И ещё CCTV. CCTV у нас везде. Вот, я люблю Корею за то, что здесь есть CCTV. А, Лера, а у меня последний вопрос. Ты любишь корейскую косметику? Да, люблю. Кто не любит корейскую косметику? А ты ухаживаешь за корейской косметикой? Я пользуюсь и лосьоном, и, как это называется, и тонером, и кремом, и всем-всем, чем только можно, потому что кожа сухая. А ты пользовалась русской косметикой? Русской косметикой именно в России я как раз не пользовалась. А ты только корейской пользовалась? Да. И тебе подходит? Да, мне подходит. А, да? Поэтому я сегодня приготовила для тебя подарок. Это тонер гиалуронная кислород, да? И это сук. Сук знаешь? О, сук альджо. Откуда? А чай кафе에서 сукрате 팔고 있거든요. 아, 진짜? 네. 아, 근데 насколько я знаю, в России считается это сорняком. Ну скажи, пожалуйста, что это мы кушаем и пьем. Да, в Корее сук. Я не знаю, кстати, как это на русском языке. Палин. Я, если честно, в России даже не слышала о таком. Серьезно? Да. Вот. То есть в Корее это и пьют, и едят, и в косметике используют. Это генчокуро сук. Да, это тебе вообще такой сук. Когда многие русские не знают, какой вкус палин. И я сегодня хочу подарить изентри. Спасибо. Хорошо пользуйся на здоровье. И спасибо, что Лера участвовала в моем канале. Я думаю, многим очень полезно будет это видео. Если там вдруг будут вопросы по корейскому языку, всегда можете обратиться. Дорогие, это косметика, которую я подарила Лере. Называется Изентри. У нас в Корее больше 10 миллионов компаний косметики. Поэтому, когда вы подбираете косметику, обязательно нужно хорошо посмотреть. Сейчас еще зима, и нам нужно хорошо ухаживать за кожей. Особенно если у вас сухая кожа, как у меня, я хочу посоветовать Изентри Сыворотка гиалуроновой кислоты. В нем есть 8 разных гиалуроновой кислоты, поэтому глубоко увлажняет кожу и гладко делает. Ну, если откроем, вот так. Очень липко выглядит, но как только вы наносите, вообще не чувствуете липкости и без запаха. Особенно после тонера, если вот так 2 или 3 капли наносите и делаете массаж, тогда макияж тоже очень красиво получается. Видите, у меня кожа. А если вы очень сильно чувствуете сухость в коже, тогда можно смешивать эту сыворотку с тональным кремом или увлажняющим кремом. Второй увлажняющий алоэ гель. Многие думают, что алоэ гель нужно только использовать летом, но это не то. Я лично наношу этот гель перед тем, как я делаю маску для лица. Особенно я наношу вокруг глазами, рядом губами. Когда я делаю маску, через несколько минут чувствую сухость вокруг глазами. Ну, с этим гелем, даже я делаю маску долго, я не чувствую сухости. И, конечно, дополнительно алоэ гель, в нем есть успокаивающий эффект, поэтому для жирной кожи подойдет. Последний Изентри Риоль крем для глаз. Мне интересно было, потому что упаковка очень необычная. Под этой частью круглый, поэтому даже вы прямо наносите под глазами, безопасно будет.
Востока. И в нем есть ферментированный ризобифидобактерий интенсивный, поэтому глубоко увлажняет кожу и от морщин помогает. И еще помогает убирать черный круг под глазами. Вот так вокруг глазами тщательно наносите где-то 30 секунд. Тогда вы сразу чувствуете освежающий эффект. Глазами и вниз тоже. Вот эти три, которые я показала вам, я оставлю ссылку в описании внизу. И у них есть друзья, другие друзья, вы тоже можете узнать побольше. Лера сейчас покажет вам, как говорить по-корейски правильно. То есть, например, в русском языке же нет к, к, к. Ури хаккеэсо оттуке пеоннямён, к барым нэль тэнэн к, к, ёгинэн. 공기가 있어야 돼. 약간 나다 이렇게 하면 여거 움직여요. 아, 무마가 나다 드비가자다. 끄끄끄 이렇게 할 때는 이거 아예 움직이면 안 되고. 레스코. 이렇게 하면 움직이잖아요. 어, 맞아 맞아. 그러면 발음 잘. 브라비나 브라이스나시라다. 맞아요. 아, 치치 카리스카 바이스카. 페, 페 할 때 여기는 공기가 나오는 그냥 페 약간 느낄 수도 있는데. 아, 나 추스트브. 대신 페. 이렇게 뿌, 하면 뿌. 하면은 안 느껴지잖아요. 뿌, 하면. 아, 이슈. 아, 레라, ты сказала, что топик. Не нужно знать всё каждое слово, а нужно знать только общий. То есть, например, ильки, когда чтение в топике, там даются большие сложные тексты, и я не знаю столько слов, даже корейцы не знают столько слов. Я тоже посмотрела, мне, честно, очень сложно. Да, да. В топике важен чунсим, то есть общий смысл текста. Не надо все прочитать подробно. То есть, если пытаться переводить каждое слово, то это, во-первых, займет очень много времени, и вы не платите. Во-вторых, все равно, скорее всего, допустишь ошибку. Да. Поэтому, например, даже на курсах по топику, когда я проходила, нас учили, что не нужно знать весь текст, нужно просто понять общий смысл. Ты читаешь текст, и такой, а, например, здесь текст про экономику. Что вот в таком году была какая-то вот какая-то там ситуация. Я не знаю, что это за ситуация, но какая-то ситуация была. То есть, например, в ответах там дано, что вот в каком-то году была какая-то ситуация, такой, а, наверное, вот это, вот, и оно оказывается правильным.